Несовершеннолетние орловчане не могут посещать некоторые общественные места без сопровождения родителей или законных представителей. Согласно указу губернатора, к числу таких мест относятся торговые центры и магазины, а также заведения общественного питания. Для жителей региона старше 18 лет пропуском по-прежнему является QR-код или справка о медотводе. На сегодняшний день для ряда организации установлен режим посещения только при предъявлении QR-кода. Если речь идет, например, об общепите, и мы говорим о том, что человек хочет прийти и отдыхать в кафе, то да, он обязан предъявить QR-код действительный, и вместе с ним либо удостоверение личности, либо документ, либо копию документа, удостоверяющего личность. При этом надо отметить, что QR-код выдается при следующих основаниях. Либо это вакцинация, либо это зарегистрированное перенесенное заболевание ковидом за последние 6 месяцев, либо это медотвод, тоже официально выданный.